В нашій студії вітаємо Євгенія Кисельова. Доброго вечора, пане Євген. Ви давно вже працюєте в Україні, вже не перший рік. Перед тим скоро 15 років. Перед тим ви довгий термін працювали у топ-проектах Російської Федерації. Як був в другій житті? В іншому житті. У нашого проєкту, говорить Великий Львів, був до початку військових дій принцип. Ми намагалися, аби у нас не було російськомовних спікерів. Мусимо про це сказати, але зараз ми змінили ці принципи, тому що ми бачимо і президента Зеленського, який звертався до російської аудиторії, і вчора навіть був заклик Міністерства... Я дуже вибачаюсь. Чи... Ні, ми вас не змушуємо говорити українською, ми розуміємо. Ні. На жаль, я негарно розмовляю українською і вибачаюсь, змушую говорити російською, розмовляти російською. Але вчора навіть от з'явилося прохання від Міністерства цифрової трансформації, яке зараз керує IT-військами, щоб багато українських блогерів робили російськомовні стріми, а наше Міністерство цифрової трансформації вже зробить так, аби в Ютубі вони були в топі. Ну, не про це будемо вести розмову. Ні, ви знаєте, що я вам скажу? Звідси, що я перебиваю вас. На самом деле, сейчас, быть может, вот мы иногда живем под действием сил инерции. Что я имею в виду? Что вот до недавнего времени нам очень важно казалось, что нужно доносить нашу позицию до Запада и объяснять, как нам важна помощь, поддержка. А вдруг вот после того, как те санкции, которые Запад принял по отношению к России, и те меры по поддержке Украины, которые приняли Соединенные Штаты и их союзники в Европе, превзошли все ожидания. Но вот никто не ждал, что канцлер Шольц начнет оказывать военную помощь Украине. Сколько они упирались рогом и говорили, что нет, только не военная помощь. Ну, каски пошлем, да? Нет, мы не можем отказаться от проекта «Северный поток-2». Смотрите, военную помощь стали оказывать. От «Северного потока» не то что отказались, он уже обанкротился. И Шольц вот на днях в большом интервью газеты «Бильд» стал говорить о том, что мы вообще собираемся резко сокращать импорт углеводородов из России и вообще от него скоро откажемся. И заметьте, это он говорил еще до того, как российские агрессоры начали осуществлять, можно сказать, ковровые обстрелы и бомбардировки Харькова и Киева. А сейчас, глядишь, новая война, санкции пойдет. Это я к чему говорю? Что сейчас уже призывать Запад оказывать Украине материальную, финансовую, военную помощь и поддержку, это, что называется, проповедовать уже обращенным. Здесь сейчас, мне кажется, очень важно донести до общественности в России следующие вещи. Что на самом деле происходит в Украине? Каковы масштабы войны, агрессии и российских потерь? И третий момент, чтобы русские обыватели, я не хочу говорить граждане, они в основном вот не граждане, они население, они сегодня обыватели, чтобы они, наконец, до них дошло, что будет происходить. Вот сначала цены на доллар 250 в обменниках, потом вообще... Это уже 250, если в Москве говорить, да? Да, да. Ну, вот официальный курс 120, но это же... Вот это возникает ситуация, напоминающая времена Советского Союза, когда за доллар официально давали 60 копеек, а дороже, чем, по-моему, 4 рубля на черном рынке он стоил. То есть больше, чем в 4 раза дороже. А потом, когда отпустили этот курс, и он начал расти, там выяснилось, уже за доллар давали 30 рублей. Так вот, что будет? Сначала будет расти курс, потом доллар вообще пропадет, потом российским гражданам запретят покупать доллары, потом запретят ездить за границу, потом, значит, закроются сначала самые дорогие, самые модные рестораны, потом уже заведения, ресторанчики, кафешечки, там сказать, более демократические, потом нельзя будет уже поехать никуда, не то, что там в Европу, в Анталию уже нельзя будет поехать. Потому что в Анталию, здається, можно поехать и все.
Да нет, я думаю, что и с Анталией, что называется, лавочка прикроется. Со временем, да? То есть надо объяснять, мне кажется, вот всеми способами, через YouTube-каналы, через Twitter, через, ну, Facebook там уже закрывают, если уже не закрыли. И с YouTube уже проблемы повідомляють. И с YouTube уже проблемы. Но все равно есть разные способы в нашем сегодняшнем цифровом мире достучаться до сознания хотя бы части русских обывателей, что их ждет впереди. А их впереди ждет возвращение, знаете, вот в осень 91-го года, до начала рыночных реформ в России, когда, я помню, я уже был достаточно взрослым человеком, и я помню пустые полки, когда даже спичек не было в магазинах. Я ще коротко, і ми до Миколаєва маємо включення з міста Миколаєва. Ви про Шольца згадали. Багато експертів казали, от, що піде Ангела Меркель і Путін наважиться на цю широкомасштабну агресію, адже Європа втратить потужного лідера, якою була Ангела Меркель. А прийде Шольц, якого на початку називали там чиновником другого ритму, так би мовити. Але він раптово повів себе, ну, абсолютно, напевно, несподівано для Російської Федерації. Послушайте, ну, а он что, самоубийца? Когда в, что называется, безумный наш султан устраивает в центре Европы самую большую войну после 1945 года, что Шольц хочет выступать в роли какого-нибудь там сегодняшнего умиротворителя-агрессора, там, немецкого Чемберлена или немецкого Деладье, ну, он же отвечает, в конце концов, перед своими избирателями, перед своей партией, ему на выборы рано или поздно идти. А посмотрите, что с Шрёдером произошло. Да? У Шрёдера уволились все сотрудники его офиса в знак протеста против того, что он не хочет уходить со службы в российских компаниях. Я думаю, что сейчас и Шрёдера заставят отречься от Путина.